Смотрю на них, они через не хочу, но пасутся и постепенно, наверное, сейчас будут надвигаться в сторону дома. Но это, наверное, самый лучший вариант на данный момент, потому что я чересчур замерзла. Резко такой ветер поднялся изначально, когда мы вышли из дома, вроде бы и ветра не было. Но сейчас ветрено стало. Ну ладно, домой так уж домой. Я пасу своих гусей до последнего момента. Я никогда их не выгоняю. Ну что, в смысле, все, пошлите домой, значит, пора или что-то в том роде. Стою, мерзну, в интернете шарюсь, то да сё, да то, и смотрю, они намыливаются в сторону дома, и туда, и я тоже, в смысле, с ними. Как называется, куда вы, туда и мы. Помните, вот это мне все время так этот момент какой-то вот бывает напоминает мультик, там было новогодняя вроде бы сказка или елка или приключение, что-то вот там вроде, когда волк и сорока или ворона и что-то такое вроде бы. Говорит, кто куда, а мы к зайцам. А у нас на данный момент кто куда, а мы домой, да? Вот эта вот история мне так вот почему-то, как только вот они направляются в сторону дома, я почему-то всегда этот момент вспоминаю, когда этот говорит, кто куда, а мы к зайцам. А мы домой. Я не знаю, дорогие подписчики, гости канала, вы слышите то, что я говорю, не слышите, не знаю, тут на... но ветер поднялся. Но не сказать до такой степени, что прям сильные, но есть. Ну, есть. Да, мой красавец. Вот мой красавец, родной мой мальчик. Гусак Шадринский. Вот он у меня. Кто куда, а мы домой. А мы домой. Кто куда, а мы к зайцам. Гусечки, красотулечки, красотулечки, гусечки, гусечки, красотулечки. Домой? Домой, гусечки идут домой. Да. Да, домой, домой. Домой, домой, домой. Гусечки идут домой. Гусечки идут домой. Гусечки, красоточки идут домой. Гусечки, красоточки, домой. Так что мы возвращаемся домой, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Вот эти камушки опять, как обычно, едят, потому что они сейчас поели, им это необходимо. А потом домой пойдем, они запивать будут водой. И все будет как надо, как полагается. Гусечки, домой. Пошли. Пошли. Эти камушки едят. Видите, мои красавицы, девочки, мои красотулечки, девочки. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Гусечки, мои красотулечки, они идут домой. Ха-ха-ха.
Что-то вообще этот юмор не поняла, как они пошли. Стоим, ждем. Выстроились, камушки есть. Эти самые голодные у меня. Простите. Самые голодные. Я со стороны в сторону все время смотрю, чтобы, ну, думаю, вроде бы кого-то где-то что-то гудит. Пошли, все, 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 все же съели. Молодцы, съели же, пошли. Ой, одна тащит, сейчас все за нее побегут. Ё-моё. Домой, бегом, бегом, бегом. Домой, летим, бежим, летим домой. То ли бежим, то ли летим, но что-то в этом роде. Да, моя девочка, красотулечка моя. Пошли, пошли домой. Да ё-моё, вы сейчас ее теребить будете до конца момента, когда домой пойдем, что ли? Надо отнять или не отнять? Она так крепко держит зуба, что захочешь отнять, не получится. Она с ней и бежит, смотрите. А, да-да-да-да-да, ей. Все, давай, прошли. Давай. А то начнется. Разброс, кто домой идет, кто гоняется за ней, чтобы отнять. Во. Вот, свою цепочку сейчас построит. Пошли, пошли, красавицы мои. Мои красотулечки. Вот эти вот в ряд построились. Вот, смотрите. Та-да-да-да. Красотулечки мои в ряд построили. О, какое счастье наблюдать за этим моментом. Не зря говорят, идут гуськом. Вот она, пожалуйста. Давай, 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 давай. Ой, давай, давай, да, 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 смотрите. Те на 10 шагов вперед полетели. А эти вот они. Здорово, мадама. А? Да не говори. Ты что? 09:17, скоро должен подъехать уже. Домой. Иди. Ну что, дорогие наши подписчики, гости нашего канала, вот наша улица. И рядом чуть ли не шагов 10, дом родной рядом. Мы направляемся домой. Счастливые, довольные. Сытые. И идем домой. Да-да-да-да-да-да-да-да. Какая красота, правда? Все-таки осени тоже есть что показать. На что влюбоваться. Вот вообще красота. Я считаю, что тоже класс. Красавцы, красавцы, красавчики мои. Мои гусечки, мои красотулечки. Гусечки, красоточки. Мы возвращаемся домой, а этот любитель желудей. Девочка желуди у меня любит. Thank you.
Ну что, мадама, догоняй. Да. Иди, моя девочка, иди, моя красотулечка, иди. Иди. О-о-о. Ветер не детский поднялся, а взрослый. Не по-детски стало холодно, а по-взрослому. Давайте, гусечки, давайте, красотулечки, ты наша. Гусечки, красотулечки. Гусечки, красотулечки. Да, мы дома, дома. Мы дома, дома, дома. Ну все, мои родные. Мы дома. Заходим.